подписчики, в этой катке нам попались лютые софты. Катка получилась очень прикольной, но и мы слили минус 59, против меня попались два софта. И еще мы играли в напарники, и было три чела в одной катке, понимаете? Я не знаю, это либо со стендовым что-то происходит, либо реально я нашел два софта. Они просто легенды, элиты. И они играют на моем ранге. Я бронза 3. Просто я в шоке. Просто... Ладно, смотрите ролик сами. Догадывайтесь, что там происходит вообще. Давайте.